Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Темп расселения жилья в Кирове отстает от реальных потребностей в несколько раз. Об этом рассказал замглавы горадминистрации Роман Морозов. Он напомнил, что за прошлый год и начало этого по программе переселения из аварийного жилья в Кирове сданы 3 дома в Долгушино на 555 квартир. Чтобы обеспечить всех нуждающихся, нужно в 4,5 раза больше. Общая площадь возведенных домов около 20 тысяч квадратных метров, а для очередников, чье жилье признано ветхим, необходимо порядка 90 тысяч квадратов. Действие программы переселения из ветхого и аварийного жилья сейчас приостановлено, напоминает бизнес-новости в Кирове. Ожидается, что она возобновится с 2019 года. Никаких нормативных актов в отношении продолжения программы пока не принято, и до момента ее появления расселение возможно только за счет бюджета города или за счет внебюджетных источников по программе развития застроенных территорий. Дайджест недвижимости. Государство не готово поддерживать всех ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной ситуации. Как пишет «Коммерсант», помощь по новой госпрограмме могут получить лишь те, кто брал займ на приобретение жилья в иностранной валюте. Издание напоминает, что одним из условий поддержки является увеличение платежа по кредиту более чем на 30%. Под этот критерий попадают лишь валютные ипотечники, которых, по последним данным, около 2000 человек. Ранее сообщалось, что помощь получат все заемщики, независимо от валюты кредита. Отмечу, что в агентстве ипотечного жилищного кредитования информацию «Коммерсанта» опровергают, сообщая, что государство поможет всем ипотечникам. На поддержку заемщиков намерены направить порядка 2 миллиардов рублей. Дайджест недвижимости. Эксперты подсчитали, что половину ипотечных кредитов в России оформляют жители лишь 10 регионов. Лидерами списка стали Москва, Подмосковье, Петербург, Татарстан, Свердловская область и Башкортостан. Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Красноярский край и Новосибирская область. На долю этих регионов приходится 46% от общего объема ипотечного рынка страны, говорится в исследовании онлайн-сервиса объявлений ЦИАН. Объем портфеля ипотечных кредитов в Москве по итогам прошлого года превысил 180 миллиардов рублей. У наших соседей в Татарстане за год этот показатель вырос в 3,5 раза – до 49 миллиардов. По мнению экспертов ЦИАН, спрос на ипотеку сильнее всего подогревает миграция россиян из других регионов. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.